сало пытались вывести на территорию Оренбургской области из Казахстана. Владельцы продукта без документов пояснили таможенникам, что везут для личного пользования. Продукция была изъята, а сегодня уничтожена на полигоне отходов. С помощью техники была вырыта яма, в которую сбросили сало, смешанное с хлорной известью, а затем сверху засыпали и утрамбовали землей. Данная продукция не имеет документов. Она считается с точки зрения действующего ветеринарного законодательства опасной для применения. Было принято решение о том, что она подлежит изъятию из оборота и уничтожению. Собеседник также сообщил, что уничтожение продуктов происходит регулярно. Под ковш бульдозера попадают санкционные товары, просроченные продукты и продовольственный товар без документов.